Всем привет, с вами снова Алина, и я заметила, что тема бюджетной косметики стала какой-то невероятно актуальной на моем канале, и я решила сделать это уже традицией, то есть рассказывать про какие-то мои бюджетные находки и обзоры на какие-то супербюджетные бренды. И знаете, когда я готовила сегодняшнее видео, я была в настоящем шоке, потому что сегодня я буду тестировать косметику, можно сказать так, из 90-х нулевых, так называемую рыночную косметику, потому что именно в то время она продавалась как раз-таки на рынках, в переходах и тому подобных местах, но сейчас это совершенно другой бренд, совершенно другого уровня, они, наверное, сделали ребрендинг, потому что то, какого качества сегодня их косметика и то, как она упакована, это, конечно, бомба, особенно учитывая цену, и сегодня я буду говорить о бренде Golden Rose и расскажу про самые крутые продукты, которые я протестировала и вердикт которым могу вынести. На самом деле у этого бренда очень много достойных продуктов, но есть огромный минус, очень тяжело найти эту косметику. В каких-то офлайн-магазинах практически нереально найти весь ассортимент и всю палитру, потому что ее либо очень быстро раскупают, либо вообще не привозят. Я заказала всю косметику, которую буду показывать в сегодняшнем видео на сайте Joy by Joy, и это настоящий рай бюджетной и какой-то хайповой, известной среди бьюти-блогеров косметики. Заказ мне привезли молниеносно быстро, в ассортименте было все, Golden Rose там представлен вообще, по-моему, в полном объеме, и я ни на одном сайте не видела такого ассортимента, поэтому если вы ищете какую-то бюджетную косметику, о которой говорят все бьюти-блогеры и о которой вы где-то слышали, то обратите свое внимание на этот сайт, потому что какие-то редкие, но очень классные бюджетные бренды лучше всего представлены именно там. И без лишних слов давайте перейдем к обзору самых классных продуктов этого бренда. Если честно, я хотела продукты, о которых сейчас скажу первыми, перенести на конец видео, для того, чтобы, знаете, немножко вас заинтриговать, но нет. Я не могу терпеть до конца видео и расскажу вам прямо сейчас, потому что это настоящая бомба, настоящая находка. Все визажисты, которые хотя бы раз в жизни пробовали этот продукт, я уверена, со мной согласятся. И когда я выставляла в Instagram пост о том, что мне пришла эта посылка, то есть это было пару недель назад, потому что я все это время тестировала, мне написало несколько визажистов из нашего города, они сказали, что это потрясающие продукты, они ими работают, а если этим работают профессионалы, которые в том числе там делают макияж с помощью каких-то невероятно люксовых и профессиональных марок, и они хвалят это средство, то я думаю, это лучшая похвала. В общем, сейчас я вам расскажу про вот этот вот Святой Грааль. У меня 4 оттенка, палитра там пошире. Короче, это кремовые тени с металлическим эффектом. Коллекция Metals. Таким образом, они должны давать на глазах тот самый металлический эффект. И самый большой спойлер, самая большая крутота этих средств, точнее, это одно средство, то есть представлено в разных оттенках. В общем, это то, что это полный аналог легендарного тинта от Armani. Вот серьезно, если вы не хотите переплачивать в 10 раз, потому что тинт от Armani стоит, по-моему, в районе 2-2500, эти тени стоят чуть больше, чем 200 рублей, то есть 230-240, я точно не помню. Но, короче, разница существенна, то есть вы приписываете нолик к цене, а результат все равно одинаковый. И это не только мои слова, опять же, многие визажисты, многие блогеры, которые пробовали эти тени, того же мнения. И, на мой взгляд, это действительно один из самых волшебных продуктов от этой марки, потому что у них есть еще их легендарные матовые помады. Я уже рассказывала об одной из них в своем видео про бюджетную косметику. Если вы не знаете, что попробовать из этого бренда, то просто сходите, купите, либо закажите на том же Joy by Joy эти кремовые тени. Вы абсолютно не пожалеете. Я заказала 4, если можно так сказать, наиболее популярных оттенка. Конкретно сейчас у меня на глазах оттенок номер 110. Мне еще очень нравится 105, 111 и 106. Конечно, у каждого оттенка есть свои особенности нанесения. В целом они все наносятся хорошо, особенно если вы нанесете их в один слой, потому что наслаивать их я бы не рекомендовала. Старайтесь как можно быстрее их растушевать. В идеале, если вы сможете сделать это пальцем, потому что я заметила, что пальцем получается именно тот самый наиболее крутой эффект. Из 4 оттенков, которые я сейчас держу в руках, самый капризный, наверное, будет 111. Это цвет такого благородного шампань. Его можно использовать в качестве хайлайтера, поэтому если вы ищете еще какое-то универсальное средство, то лучше выберите именно этот оттенок, он поможет вам при создании каких-то деликатных макияжей, либо просто подсветить отдельные части лица, либо глаза, но он все-таки более капризный, чем остальные его собратья.
мероприятие, в том плане, что он менее плотный, но я думаю, что это связано именно с тем, что относится он к светлой гамме. Хотя, если честно, лично я с ним никаких проблем не испытывала, я быстро умею растушевывать кремовые текстуры, поэтому от этих малышей я в полном восторге, и действительно, они сейчас основа моего макияжа глаз. Я читала в интернете, что многие критикуют эти кремовые тени за то, что якобы они убегают с глаз в течение дня, но позвольте, если у вас нависшее веко, и оно еще к тому же жирное, то любая кремовая текстура у вас будет с них убегать, если вы не будете использовать какую-то базу. Если у вас нет дома базы, то вы можете нанести сначала обычные какие-то сухие тени на ваше веко, чтобы немножко их подсушить, если особенно там будет какой-то тальк в составе, а потом уже в качестве цветового акцента наносить эти кремовые тени. И поверьте, это наиболее популярный способ, им пользуются практически все визажисты, они не всегда наносят эти тени на все веко, они используют их в качестве акцентов, и это смотрится супер дорого, супер красиво. А главное, что это будет смотреться более профессионально, и даже если вы абсолютно не умеете краситься тенями, то с ними у вас не будет проблем, но при условии, что вы успеете их быстро растушевать пальцем, потому что у вас будет где-то секунд 15. И ладно, давайте, если мне нужно будет выбрать каких-то два оттенка из сегодняшних, то я, наверное, порекомендую вам 106 и 105, потому что это наиболее универсальный. 106 он такой более золотисто-бронзовый, 105 относится к серо-лиловым, и это, да, самые универсальные оттенки в этой гамме. И давайте сначала вообще разберемся с кремовыми продуктами от этого бренда. Следующим будет такой вот хайлайтер, который практически идентичен по упаковке кремовым теням, которые я показывала ранее. У меня он в оттенке 01. И это что-то потрясающее, опять же, за его стоимость, за его цену, это настоящая находка, настоящий must-have, его также можно использовать в качестве теней, но лучше в качестве цветового акцента, потому что на все веко это будет очень нарядно, если вы, конечно, идете на какую-то фотосессию либо вечеринку, то супер. Но на каждый день я его использую как хайлайтер, расставляю световые акценты, но с ним нужно быть аккуратной, чтобы не переборщить и не создать на своем лице эффект хард-стробинга, и при этом 0.1 оттенок я считаю самым универсальным, самым удачным. Он отлично подошел и мне, загорелой, и светлокожей моей сестре. Так что, если вы в поисках какого-то жидкого бюджетного хайлайтера, то обратите свое внимание на него, потому что я уверена, что вы просто влюбитесь в его сияние, в его свечение, и в то, как легко он наносится и растушевывается, и при этом не сжирает ваш тональник. Далее давайте поговорим про помады из этой же серии, и сейчас смотрится в кадре, как будто бы я показываю вам те же самые тени и тот же хайлайтер, но нет, у них практически у всех идентичная упаковка. И что самое интересное, идентичные аппликаторы. Аппликаторы, кстати, не огонь, но они нужны именно для того, чтобы просто достать средство из упаковки. Все остальное нанесение я делаю не с их помощью, с помощью пальцев либо кисточки. Но я также могу рассказать вам про один лайфхак. Я не визажист, я не какой-то специалист, но дело в том, что все продукты, то есть помады, тени и хайлайтер, которые я вам сегодня показывала, их можно взаимозаменять. Таким образом, помады из этой серии я могу использовать на глаза, что я иногда и делаю, и тени я иногда использую на губы, также развлекаюсь хайлайтером. Не знаю, насколько это возможно, насколько это законно, но в носке они и при том варианте абсолютно комфортны. Единственный момент, что помада, она не так застывает, как, например, тени, и когда я хочу добиться максимально влажного эффекта на веках, то я использую помаду, но делаю я это только потому, что веки у меня сухие. Если веки у вас жирные, то лучше с этим не экспериментировать, ограничиваться тенями, но не рассказать про этот мой лайфхак я не могла, потому что это очень удобно и увеличивает количество цветов и продуктов для экспериментов с макияжем. К тому же, по-моему, я далеко не единственная на этой планете, кто использует помады в качестве теней. И, если честно, это не единственные средства из серии Metals. Также у Golden Rose есть вот такие вот матовые помады фломастер, как я их называю. Они тоже из этой серии. И сейчас у меня как раз-таки на губах один из них. Я нанесла его буквально слегка с помощью пальцев. Мне нравится эффект, который достигается именно таким способом. И на губах на каждый день и в сегодняшнем ролике я использую 0.6 оттенок. Конечно, могу сказать, что цвет этой помады не соответствует цвета колпачка, поэтому если вы будете покупать их в магазине, то не ориентируйтесь на него. Лучше посмотрите какие-то свотчи обзоры, я вам тоже сейчас покажу свотчи. Но в принципе могу сказать, что вы не прогадаете, какой бы оттенок не выбрали, потому что если вы будете, как и я, наносить их пальцами, либо с помощью них растушевывать, то вы получите деликатный естественный эффект, который в любом случае вам понравится. Цена у этих продуктов тоже смешная, и в общем-то при большом желании это тоже может стать супер универсальным средством. Также можно использовать на глаза,
глаза, я иногда так делаю. Короче, вы уже поняли, что я тот еще экспериментатор, но ничего плохого со мной за 3 недели не случилось. И если продолжать тему губ, то у меня есть еще 2 средства от Golden Rose. Это вот такой вот мятный бальзам для губ, он с SPF 15, что сейчас очень актуально. Его особенность заключается в том, что, во-первых, у него вот такая вот популярная форма, такой вот тип бальзамчиков вообще, по-моему, самый ходовой в последние года 2. Но самая большая его фишка заключается даже не в мятном аромате, а пахнет он слегка-слегка, не будет вас раздражать в течение дня, но при этом дает такой эффект холодка, что очень актуально летом. Но, короче, главная фишка его заключается в том, что он абсолютно не чувствуется на губах. То есть, если вы часто используете бальзам для губ, то вы замечали, что он действительно ощущается какой-то пленкой и каким-то тяжелым слоем. Если вы хотите защитить и смягчить их, то вы просто это терпите. С этим бальзамом этого нет. То есть, я его наношу, но при этом не чувствую на губах, и мне кажется, что я его не нанесла. Не скажу, что это какой-то продукт must-have, лучшее в этом бренде, нет. Но если вы такой же любитель, как и я, поэкспериментировать с бальзамчиками, то вполне имеет место быть. И еще я тестировала такой вот праймер для губ. Продукт, я признаюсь, для меня немножко необычный. Я не совсем понимала его смысл, зачем нужен праймер для губ, если можно использовать, например, бальзам и сверху наносить матовую помаду. Но, признаюсь, он меня удивил. Опять же, тоже не скажу, что это must-have, без которого вы там не проживете. Но он определенно делает носку какой-то матовой помады, либо тех же металликов, о которых я рассказывала сегодня, более комфортным. В принципе, это тот же бальзам, но он несет в себе не какую-то лечебную цель, а скорее именно косметический. Я заметила, что он немножко заполняет трещинки губ, и помада ложится как бы ровнее. Я не знаю, что там в составе, силикон либо какой-то парафинчик, но если я знаю, что иду на какое-то мероприятие, либо на какую-то фотосъемку, где мне нужна стойкость и комфортность носки моей помады, то я стараюсь его использовать. Хотя, признаюсь, без этого средства я могла бы прожить, но раз оно у меня есть в косметичке, то я его использую. Если говорить про уже конкретный макияж лица, то я заказала такие вот румяна в 0,9 оттенке. Немножко с ним не угадала, я хотела бы чего-нибудь порозовее, чего-нибудь менее кораллового, хотя это ирония, потому что оттенок все-таки называется мягкая роза, но розовости мне не хватило. Но если подобный оттенок подходит вашему цветотипу, вы будете приятно удивлены соотношению цены и качества, потому что румяна наносятся невероятно мягко, не пылят и не исчезают с моего лица в течение дня, хотя обычно такую стойкость я получала только от каких-то кремовых продуктов. Но самый большой плюс заключается в том, что я не превращаюсь в какого-то Пикачу, цвет ложится очень естественно, не пятнами, а для меня в румянах это самый важный аргумент. Еще я заказала 3 тонирующих средства для лица, это пудра, это тональник и консилер в одном, и такая вот муссовая тональная основа, но самый большой минус заключается в том, что я не угадала с оттенком, точнее я ошиблась и добавила не тот тон в корзину, я добавила довольно светлый, сейчас я загорела, и этот цвет мне был актуален, наверное, 2 месяца назад, но я протестировала текстуры, протестировала, как они носятся дома, то есть те дни, когда мне не нужно было никуда выходить на улицы из-за несоответствия цвета, я проверила другие их свойства и могу сказать, что продукты довольно достойные. Единственный момент, что вот этот вот муссовый продукт, муссовая тональная основа, она очень напоминает похожий продукт от Maybelline, и это была первая моя школьная тоналка, которой я пользовалась. И в целом продукт, конечно, неплохой, но, на мой взгляд, не для сегодняшнего времени. Скорее, он подойдет обладательницам жирного типа кожи, потому что у меня кожа сухая, и мне такие пудровые и муссовые тональные основы категорически не подходят, они подчеркивают все мои шелушинки. А вот если у вас жирная или хотя бы комбинированная кожа, то я думаю, такая тональная основа вам может даже понравиться, потому что после нее вам, возможно, даже не захочется использовать пудру, настолько матовый эффект она дает. Но главное, обязательно угадайте с оттенком, и наносить ее, конечно же, стоит только пальцами. Если говорить о средстве 2 в 1, то есть о тональном и о консилере в одном флаконе, то я могу сказать, что это потрясающее средство, оно очень хорошо перекрывает какие-то несовершенства кожи. После него действительно не хочется использовать консилер, настолько хорошо он перекрывает даже синеву. И при этом несомненный плюс, что он имеет защиту 15. И финиш у него не абсолютно матовый, то есть он, как заявлено производителем, полуматовый. И это мой самый любимый эффект. Я думаю, что обязательно закажу еще такое вот средство только уже в своем оттенке, проверю все 10 раз, потому что по своей текстуре и потому, как он перекрывает недостатки, он меня очень заинтересовал, заинтриговал. И могу сказать, что в концу дня он у меня никуда не убежал. В тот день, когда я его использовала, хотя я и находилась дома, он был очень комфортен в своей носке. Ну а пудра, конечно же, ничего лишнего не перекрывает. Это максимально легкий продукт. Если у вас идеальная кожа, вам не нужно маскировать прыщи, покраснения, либо еще что-то тому подобное. Если вы просто хотите добиться эффекта матового лица и не особенно
особенно дружите с какими-то рассыпчатыми текстурами, то матовая и компактная пудра придется вам по вкусу. Хотя да, моя большая проблема была опять же в том, что я заказала не тот оттенок, она очень светлая для меня, подойдет скорее, если я буду делать какой-то контуринг и использовать ее в качестве светлой части, но у меня на нее уже очередь дома выстроилась, и я не знаю, как я буду ее делить, потому что две светлокожие девушки в моей семье уже спорят, кому она достанется, и могу сказать, что в качестве какого-то компактного варианта, который можно носить с собой в сумочке, это прекрасно, хотя в составе есть тальк, кто-то прям его люто ненавидит, считает, что от него все проблемы, я не фанат злостного осуждения талька, я пользуюсь талькосодержащими продуктами, и ничего критичного со мной не происходит, но если вы не любительница талька, то, конечно, к этому средству можете даже не присматриваться, а если вы хотите добиться полностью матового лица, то эта пудра явно для вас, но при условии, что вам ничего не нужно перекрывать, потому что с этим справится только тональник, который я показала раньше. И последний продукт, который хочу вам показать сегодня, это такой вот праймер для ресниц. Он мне сейчас абсолютно не актуален, потому что ресницы у меня наращенные, и, конечно, я их не крашу, но я использовала, точнее, тестировала этот праймер на ресницах своей сестры. Могу сказать, что просто хороший праймер. Если вы хотя бы раз пользовались праймерами для ресниц, то вы понимаете, о чем я сейчас говорю. На него абсолютно любая тушь ложится в разы лучше, не обсыпается и не крошится комочками. Именно для этого праймеры не нужны. Так что, если вы не наращиваете ресницы и пользуетесь обычной тушью, то всегда используйте какой-то праймер, потому что я именно так и делала, когда не наращивала ресницы. Сначала наносила белый праймер, потом использовала свою тушь, но перед этим, конечно, ждала, пока он немножко подсохнет. И могу сказать, что ресницы выглядели в два раза лучше, чем без него. Хотя я раньше использовала другой марки, но, в принципе, они все одинаковые по эффекту. Так что для девушек, которые используют тушь, это настоящий must-have, тем более за его цену. И, в принципе, это и были все продукты, о которых я хотела вам сегодня рассказать. Я считаю, что обзор удался, что средства просто потрясающие, особенно за их цену. И я могу сказать, что все продукты, которые я тестировала, все продукты, которые я покупала, меня приятно радуют, особенно соотношение цена-качество. Как я уже говорила, эти продукты — это настоящая сказка, и хотя бы ради них стоит попробовать эту марку, потому что, да, не я одна так думаю, так думают еще очень многие визажисты, а уж они в этом толк знают. В общем, не бойтесь покупать какую-то недорогую косметику. Сейчас, слава богу, промышленность шагнула далеко вперед, и даже какие-то супербюджетные бренды выпускают очень качественную и хорошую косметику, поэтому не нужно жить с каким-то люксом головного мозга. Лучше выбирать просто качественные продукты, которые нравятся вам и подходят, и при этом не гнаться за каким-то супербрендом. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему большой палец вверх, мне будет очень приятно, и я буду и дальше снимать такие вот обзоры на бюджетную косметику. Ну а если вам не понравилось это видео, то можете поставить ему дизлайк, так я тоже буду видеть вашу реакцию, и я всегда стараюсь к ней прислушиваться. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, я обновляю его практически каждый день, и всегда стараюсь быть там с вами на связи, отвечать на ваши комментарии, на какие-то сообщения, там у меня тоже много чего интересного. И, конечно, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока!